На Мирнинской заправке закончился 95-й бензин, рассказали редакции «Алмазного края» подписчики. По крайней мере, заправиться именно этим топливом рядовые водители не могут, и наши коллеги в том числе. Сегодня на местной заправке есть дизель, 92-й бензин. Как к недостатку топлива относятся водители? Да плохо отношусь. У меня машина новая, поэтому я всегда езжу на 95-м. Так что приходится вот на 93-м. Ну, неудобно, что нету 95-го, а заправка у нас одна в городе. Как я отношусь? Никак. А это если... не доставляет проблем? Да, в принципе. Доставляет, конечно. Расход-то больше. Лучше 95-м заправиться. Как выяснилось, сейчас на заправке 95-й бензин отпускает только водителям организаций, которые ранее заключили договор с Саханефтегазбытом. От комментариев компания отказалась. В мобилизационном управлении Мирнинского района объяснили. 95-й появится к началу навигации, то есть не раньше мая. По информации Саханефтегазбыта, заключены с экстренными службами нашими договоры на поставку горюче-смазочных материалов. И согласно договорам имеется топливо в наличии. То есть данные службы 010203, а также предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, тоже обеспечены топливом в необходимом и в полном объеме.